Где вы в сторону Назарова ехали с Беликова? На каком километре? Не знаю, какой. Где-то в районе Каменки, наверное, перед Каменки. Вышел, пнул ногой. Дальше что происходило? Сколько раз пнули ногой? Да и раза хватило, она упала. Поехал обратно в город. Ехал по Льва Толстого. Там точно такая же камера. Тоже стоит без каких-либо опознавательных знаков. Просто спрятанная, так скажем. Ну и ее тоже. Той досталось побольше. Вот вы выходите с автомобиля. Ну, что, подробно расскажите, что происходило? Начал бить камеру. Чем начали бить камеру? Трубкой. У меня была в багажнике капот подпирать. Начал бить этой трубкой. Он выбежал, начал кидать. Сколько вы раз камеру ударили? Не помню. Примерно. Ну, раза три точно ударил. Не менее трех раз вы ударили. Все, он кинулся, его ударил маленько. Машину не маленько. Куда вы его ударили? Куда-то по руке попал. Дальше что было? Все, маленько там машину поправил. Все, сел в машину и уехал. Вы осознаете, что совершили преступление? Да, я осознаю, что совершил преступление. Я полностью вину признаю, раскаиваюсь в содеянном. Хочу попросить извинения перед городом за принесенный ущерб непосредственно перед организацией, чье имущество попортил. Впредь такого не повторится. Что на меня нашло, я сам не знаю, что-то вспылил. Полностью раскаиваюсь в содеянном.